На территории Артемовского городского округа в 2021 году реализуются мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». Об итогах реализации мероприятий данной программы представителям средств массовой информации рассказал начальник управления по городскому хозяйству и жилью администрации АГО Андрей Исаков. Согласно условиям указанной программы, гражданам Российской Федерации, проживающим и работающим на сельских территориях, либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельские территории и работать на селе, предоставляются социальные выплаты на строительство либо приобретение жилья. При этом социальные выплаты предоставляются за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Социальные выплаты предоставляются за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета. Социальные выплаты не предоставляются гражданам, а также членам их семей, ранее реализовавшим право на улучшение жилищных условий на сельских территориях с использованием средств социальных выплат или иной формы государственной поддержки за счет бюджетов трех уровней. Социальная выплата может быть использована на строительство жилого дома, создание объекта индивидуального жилищного строительства, реконструкцию путем пристраивания жилого помещения к имеющемуся жилому дому исключительно на сельских территориях, в том числе на завершение ранее начатого строительства жилого дома, а также на участие в долевом строительстве жилых домов, либо квартир и приобретение жилых домов или квартир на сельских территориях. В случае привлечения гражданином для строительства либо приобретения жилья в качестве источника софинансирования жилищного кредита, в том числе ипотечного, полученного в кредитной организации, либо займа привлеченного юридического лица, социальная выплата может быть направлена на уплату первоначального взноса, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту либо займу, при условии признания гражданина на дату заключения соответствующего кредитного договора либо договора займа, имеющим право на получение социальной выплаты и включение его в список граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат, формируемой администрацией Артемовского городского округа. При этом не нужно забывать, что социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников, а также на приобретение жилого помещения или жилого дома, в котором гражданин постоянно проживает и зарегистрирован по месту пребывания, месту жительства. Также Андрей Исаков напомнил, что у свидетельства, дающего право на получение социальной выплаты, тоже есть свой так называемый срок годности. Срок действия свидетельства составляет 1 год с даты выдачи, которая указана в свидетельстве. В 2021 году в рамках указанной программы выдано 2 свидетельства одной семье о предоставлении социальной выплаты на строительство либо приобретение жилья в сельской местности на общую сумму 1 050 000 рублей, в том числе средств федерального бюджета 232 400 рублей, средств бюджета Свердловской области 187 600 рублей, средств местного бюджета 630 000 рублей. С использованием средств социальной выплаты получателям социальной выплаты улучшены жилищные условия путем приобретения жилого помещения в поселке Буланаш. В списке граждан, проживающих в сельской местности и изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат, значится 7 семей. Из них по 2 семьи проживают в поселке Буланаш и селе Шогринское, и по 1 семье в селах Писанец и Бичур, а также в поселке Сосновый Бор. Специалистами управления по городскому хозяйству и жилью администрации Артемовского городского округа, территориальных управлений администрации Артемовского городского округа проводится консультационная, разъяснительная работа среди населения Артемовского городского округа в целях улучшения граждан, проживающих на сельских территориях, жилищных условий. Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области ежегодно проводит отбор муниципальных образований на предоставление субсидий для реализации мероприятий по улучшению жилищных условий сельских жителей. Артемовский городской округ ежегодно проходит отбор. В 2022 году предоставлено 2 социальных выплаты одному участнику на сумму 770 тысяч рублей, в том числе средства федерального бюджета 221 800 рублей, средства областного бюджета 348 200 рублей, средства местного бюджета 200 000 рублей.